Всем привет! Вообще-то это должна была быть концовка моего влога, но я блондинка, по-другому не скажешь. Я то ли куда-то пристроила дома, то ли потеряла, потому что я брала с собой компьютер и тоже все карты памяти хотела монтировать, пока дети были на дополнительных занятиях. Короче говоря, я не могу найти карту памяти с двумя видео, в том числе с таким классным влогом. Ну, ничего страшного, в этой ситуации можно злиться только на себя. И я пожаловалась Томику, и он сказал, что... Да, начнем с того, что он сейчас находится в Азии, и он говорит: «Оль, не расстраивайся, я тебе помогу, я тебе пришлю свой контент, я для тебя поснимаю». Поэтому у нас сегодня влог на двоих, заваривается мой кофе, вы сделаете то же самое, наливайте себе чайку, кофейку, и если вам такое видео понравится, а это будет впервые на моем канале, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно Томику вдвойне, потому что он далеко не блогер, но просто это было очень мило с его стороны, потому что я реально очень сильно расстроилась, но, наверное, так даже лучше и так должно было быть. В следующей части мы с вами поедем в продуктовый магазин, я покажу, что я покупаю, что мне нравится и что вообще у нас тут продается интересненького. Очень непривычно это говорить, но обязательно оставайтесь с нами. Сегодня будет необычно и интересно. Кстати, когда я вернулась из Франции, я просто обалдела. На двери висел вот этот осенний венок, который муж специально заказал в каком-то цветочном магазине. Он простенький, очень скромный, но сам факт, что он додумался, уже заслуживает похвалы. Это очень классно, когда супруги на одной волне. Он знал, что мне понравится. Едем в продуктовый магазин. Стоп, у меня нет шпината в зубах. Нет, вроде нет. Знаете, сейчас такое состояние, когда я очень сильно соскучилась, и мне хочется порадовать его какими-то мелочами, о которых никто ничего не будет говорить, кого-то там особо благодарить, но он будет точно знать, что я специально ради него поехала, купила его любимую ветчину из определенного магазина, его любимый хлеб. Так что хватит болтать, поехали, а то ничего не успею. Конечно, я приехала в Сковину, потому что только здесь, в Кракове не знаю где, а здесь точно есть семейные магазины из деда-прадеда, в которых можно купить настоящий хлеб и настоящее мясо. А вот еще есть такой, кстати, его отделение как раз есть в Кракове, на Ручаи, если вы там живете. И здесь продается кое-что другое. Сладости, можно заказать торт на день рождения. Только гляньте, какое разнообразие, и я беру самый вкусный лимонный кекс. Я даже не хочу научиться его печь, потому что я уверена, что вкуснее у меня не получится. Интересно, когда люди привыкнут к блогерам на улице, все-таки нас достаточно много. И на меня до сих пор смотрят, как на инопланетян. Ну, вот так непримечательно выглядит магазин, в котором я стараюсь покупать мясо. Я в ступоре. Жизнь меня к этому не готовила. Тюльпаны осенью – это сильно. Также вообще можно потеряться. Мало того, что у нас снега нет зимой, давайте еще тюльпаны сейчас покупать. Пожалуй, возьму что-то более сезонное. Привет! Сейчас я хочу показать вам настоящую жизнь в Вьетнаме. Тут такая красота. Там тёча. Сейчас мы покажем тут хороший вьетнамский ресторан. Это нас пригласил юрист. Наверное, будет круто. Тут посмотрите, как красиво сзаду. Люди довольны, счастливы. Тут женщина посуду моет для нас. Супер, будет вкусно. У нас очень часто со стендами с хлебом лежат не только пакеты, но и такие перчатки. В чем проблема? Многие люди перед покупкой хлебобулочных изделий трогают их руками. И дабы избежать такой ситуации,
вот кладут эти чертовы перчатки, рукавицы, называйте как хотите, но потом их выбрасывают тонны. И скажу вам по секрету, что сейчас мой муж работает над какой-то идеей, над каким-то концептом, как бы совместить приятное с полезным, потому что вы прислали мне в инстаграмах специальные такие машины, которые сталкивают хлеб, или можно положить щипцы, например, но все равно народ будет трогать это руками, чтобы проверить, свежий ли хлеб. Вот в чем загвоздка. Находимся в Лидле. Хотела сказать, что у нас очень хороший выбор и фруктов, и овощей. Причем фрукты есть как экзотические, так и более привычные нам. Но когда я увидела каштаны, я прям задержалась. Я думаю, взять, попробовать их пожарить, но обычно из этого ничего хорошего не получается. Сейчас так съела бы хурму. Но авокадо раньше у нас продавалось просто такое. Берешь его, оно дубовое. Не созревает, а просто портится. Сейчас же я поняла, что самое вкусное это хас. Вот так пишется, видите? И у нас можно купить уже сразу зрелое, но немножко дороже. Ого, немножко, я никогда не обращала внимания. А, здесь две штучки. Ну, чуть дороже получается, зато есть гарантия того, что оно уже такое кремовое, мягенькое и вкусное. Вот еще био. С этим био я должна сказать, что что-то нечистое, все вдруг стало био. Я так и не обзавелась своей собственной грядкой в этом году, в следующем я себе это не прощу. Но благо у нас есть свежая зелень, прям в горшочке можно купить, но она недолго стоит. И розмарин, и кинза, петрушка, мята, базилик, любчик, как это? Вот блин, забыла. По-украински это любисток, такая довольно странная приправа, но я люблю добавлять немножко в суп. А вот так выглядит тимьян. Вы когда-то видели его в таком свежем виде? Очень вкусная приправа. Вот вы спрашиваете, Оля, какое у тебя слоеное тесто? Написано французское слоеное тесто. Оно у нас одно. Я просто беру его и никогда даже об этом не задумывалась. Также можно купить вот такую запакованную квашеную капусту, огурцы. Между прочим, очень вкусные. Сосиски 100% мяса. Я посмотрела состав, там ничего такого нет. Никаких костей, никаких шкур. Это именно детские сосиски, их хоть не страшно брать. Конечно, можно обойтись и без них, но, блин, у ребенка в детстве должны быть сосиски. Я вам точно говорю, что-то нечистое. Био-чеснок – это слишком. А вот обычный. Причем выглядит еще лучше, чем био. Я бы ему больше доверяла. Когда что-то неровное, там такое несимметричное, не какое-то слишком идеальное, оно меня как-то больше привлекает, хотя бы напоминает настоящее, то, что можно найти в огороде. Спаржа тоже осенью. Ну ладно. Помидоров очень много. И красные, и коктейльные, и розовые, и еще вот такие. Для меня нормальные, в Польше их раньше не видела, желтые. Горошек, баклажаны. Мне нужны тыквы, потому что Хэллоуин, и нужно сделать в детский сад какие-то эти декорации. Мне не хотелось бы, но я же не пойду против системы. Девчонки, если у вас продается такой редис, я вам очень советую, потому что, во-первых, он не острый. Можете натереть, например, с яблочком и со сметаной подать, и от него не вздувают. А вот эти тыквы Хоккайдо самые вкусные, они самые сладкие, самые нежные, такие кремовые. Дети, которым вводится прикорм, очень их любят и с удовольствием едят. И удобно то, что их можно не чистить, потому что кожа у них не грубая. Если перемолоть в блендере, то вообще не будет никаких комочков. Мне придется заехать в другой магазин, потому что такие тыквы нам не очень подходят. Капуста и сразу вот такие наборы для супа. Вкусные бульоны получаются овощные, можно добавить курицу, при условии, что вы найдете настоящую, а не какую-то, которая будет иметь странный запах. Кроме разнообразных видов мяса, есть еще и свежая рыба, не замороженная. Причем как экзотические виды, так и те, к которым мы все привыкли, которые мы все знаем. Минтай и так далее, лосось. Можно самому купить, если хочется и надо, то потом уже заморозить. И будете знать, сколько она лежит у вас в морозилке. И суши тоже готовые продаются. Ну, такие, знаете, побаловаться можно, но это не то же самое, что в ресторане. Это не какой-то супер навороченный магазин. И здесь есть разнообразные масла. Посмотрите, вот из грецкого ореха, дальше из косточки авокадо, грецкий, греческий, я вечно путаю. Вы потом меня ругаете, что я бестолочь. Ну, забываю я, забываю. Вот это ароматизированное я такое не беру. Это из льна, рапсовое масло, подсолнечное, кокосовое, это наверняка био. Да,
Био, я угадала. И несколько видов оливкового масла. Био, конечно же, я что-то как-то не обращала внимания. Сейчас я вижу, что их совсем понесло. Также в Польше вы найдете разделение муки на типы. Возможно, у нас точно так же, но когда я жила в Украине, я особо не готовила и как-то даже не в курсе. Здесь есть отдельно мука для хлеба, для выпечки, какая-то стандартная, для тортов, для вареников и так далее. Вот иногда заходишь, тоже стоишь и не понимаешь, какая тебе нужна, потому что на упаковке не написано. Я иногда беру вообще не для того, и тоже нормально. Но помимо этого, также есть гречневая, смотрите, кукурузная без глютена. Сейчас или действительно так много людей имеет аллергию на глютен, или же это стало модным и тоже начали привозить самые такие обычные магазины. Рисовые всякие, и то же самое касается молока. Есть молоко в бутылке, которое стоит в холодильнике, но также есть вот это долгого хранения. Причем есть опять же разделение на молоко по жирности и вот растительное молоко. Но постоянно нужно смотреть на состав. Я всегда беру то, в котором нет сахара. Соевое, кокосовое, рисовое, миндальное и так далее. И всех наших знакомых не очень-то и популярны каши. Но раньше сложно было найти какие-то виды. И сейчас вот без проблем. Пожалуйста, все, что хочешь. С одной стороны, все лежит для Хэллоуина, а со второй для Нового года. Даже не знаю, что сначала праздновать. Помимо этого, также можно купить рикотту, маскарпоне, моцареллу двух видов. Даже не двух, а четырех. Как оказалось, я отстала от жизни. То есть в мелких шариках, обезжиренную. Ну, короче, стой, вникай, что тебе надо. Есть еще и моя любимая буррата. Ну, сейчас тоже не ем. Или грана падано. Козьи сыры. Я вот стою и даже не знаю, если бы мне нужно было выбрать, я бы здесь провела 15 минут. Очень много твердых сыров, всяких типа камембер и так далее. Причем есть и нарезанные сыры, и побольше, и плавленые. Выбор огромный, как видите. Всякие творожки, причем есть и безлактозные, и для веганов. Просто чистые, без ничего, без всяких там добавок фруктовых, типа фруктовых, наверное. Ну, конечно, есть всякие типа десерты, но мне кажется, что это зло. Я забрала детей, приехала домой. К счастью, они сейчас у соседей. Сегодня их очередь, и я смогу спокойно приготовить обед. Да, мы с ними меняемся. Раз тусовка у нас, раз у них. И я никогда в жизни не покупала кокосовые йогурты. Вот такой оказался очень вкусным. Он такой кремовый, если, конечно, вы любите кокосы. Но проблема в том, что, блин, я не прочитала, здесь есть сахар. Наверное, поэтому так вкусно. Так что я так попробую. Мне нельзя, к сожалению, сейчас ничего сладкого. Но это было очень вкусно. Как говорит мой Томок по-русски, кто не успел, тот опоздался. Все четверо пришли к нам. Я очень вовремя вспомнила, что ко мне как раз приехала посылка из iHerb с соусом терияки. Так что я замариновала... Иду, зайчик уже. О, боже! Замариновала курицу. С вот этой приправой для барбекю. Причем она так медленно расходуется. Также немножко добавила вот этого масла, косточки авокадо, чуть-чуть терияки. Оно не такое сладкое, не такое вязкое. И написано, что мало калорий в нем. Лук, как видите, и та-да-да-дам, у меня есть шпажки, то есть я сделаю шашлыки. Я уверена, что они будут в восторге. И к этому ко всему я сварю рис. Так-так-так, шашлычки практически готовы. У меня есть антипригарная сковорода для гриля. Она из IKEA, ее как-то Томик покупал для стейков. И знаете, она ничего так. Я не могу сказать, что посуда из IKEA какая-то феноменальная, но меня она вполне устраивает. Видали и хуже, если честно. Народ уже заинтересовался шашлыками. Говорят, будут есть. Здесь я поставила рис. Он в пакетиках. Не знаю, просто другого не было, такое купила. Но говорят, что это не самый лучший рис на свете. Выкладываю и прикрою все, чтобы они не пригорели. Вот. Когда ребенок сам делает добавку, мне кажется, это успех. Вкусный, Захар, тебе, да? Это действительно вещь. Вот, Захар решил показать.
терияки можете использовать с рисом, например, поливать уже отваренный рис, или же рыбку тоже запекать. Ну, жарить, наверное, лучше не надо, а вот так вот на гриле, типа, тоже вкусно. Сказала моя мама вчера, это жах. Ужас. Я с ней согласна, но это всего лишь макароны. Я сама такое не купила бы. Ну, а зачем запрещать детям? Вы знаете, как они радовались. У них вчера был ужин богов. Сосиски, макароны такие и помидоры. Привет. Сегодня я хочу показать вам самое супер место, которое находится в Вьетнаме, но оно, наверное, тоже самое супер и в мире. Это называется Halong Bay, возле города Ханой. Ну, это очень красиво, я уже тут третий раз. Но посмотрите, просто супер. Это является самым красивым местом в мире. А, еще одна информация, такая путевка стоит, ну, где-то 80-100 долларов, зависит от того, сколько людей на лодке. Но в этом есть очень-очень много еды. Турагентство забирает вас с Ханой, и потом вам надо на автобусе, хороший автобус, 2-3 часа тут в Halong Bay. Но в цене еще есть то, что вы можете посмотреть, тут очень-очень красивая находится яма. Еще есть, можно позаниматься тут каяками, не знаю, или это правильно по-русски. Это стоит. Пока мальчишкам набирается вода, мне еще нужно их покупать. На минуточку, 9 часов вечера, этот день никогда не закончится. Это у нас такая небольшая подсобка, рабочий кабинет, все в одном. Здесь и наш парогенератор, ну типа как утюг, я как-то вам его показывала. Гладильная доска, здесь и очиститель воздуха, и котел. Все это находится на самом последнем этаже. Стиральная машина и сушилка. Еще принтер, если вам вдруг что-то нужно будет распечатать во время того, как ставите стирку. Ну, честно говоря, просто у нас не было места для отдельного кабинета для Томика, а в моей комнате тоже вот такая бандура займет слишком много места. Комната, в которой я снимаю и храню все свое добро, не такая-то и большая. Так что мы решили сэкономить место и вот поставили его просто здесь. Мы не так часто что-то печатаем. Но вообще-то здесь можно сделать еще и какие-то полки, расставить бытовую химию, но пока что нам хватает места. А, и еще знаете что? У нас здесь есть датчик угарного газа. Вот, и внизу тоже стоит, и даже если используешь какую-то жесткую бытовую химию, там, для окон, он тоже реагирует. И что касается химии, то мы часто берем вот такие в капсулах, потому что все сразу дозировано, ничего не разливается, и не используешь больше, чем нужно. Особенно, знаете, если вы покупаете какую-то немецкую бытовую химию, она более концентрированная, потом используешь, ну, на порядок больше, и, соответственно, тебе на меньше хватает этого всего, чем могло бы быть, скажем так. Так что это удобно. У нас отдельно есть для белого, для цветного. Это тоже какой-то... Вообще Томик у нас закупает всегда бытовую химию. Я просто пользуюсь тем, что он приносит, и всегда все нормально. И вот, типа как ваниш, только собственный бренд. Такие дела. Ставлю стирать подушки, которые у нас на креслах внизу, на стульях точнее. И еще сводчу сегодня. Да, и уложить малых спать. Короче, я не знаю, когда это все закончится сегодня. Я закончила снимать.
спокойной мне ночи, я надеюсь. Вам сегодня с нами было интересно. Вот как продуктивно мы проводим нашу вторую субботу. Выходной день, очень хорошая погода. И все еще такое желтое, как я люблю. На прошлых выходных была вообще фантастика. Я сегодня практически вся Lady in Black. Кроме обуви. Едем! Я немножко скучаю по тому времени, когда мальчики были совсем маленькими и без мамы никуда и никак. Но тоже прикольно, когда они подрастают. Потом вы уже вместе гоняете на вот таких машинках. И, в принципе, можете развлекаться как взрослые. Здесь есть такая большая лужайка. И вот приехал цирк. Здесь проходят разные концерты. Идем посмотреть, но в цирк мы не пойдем. И очень хорошая трасса для того, чтобы бегать, кататься на роликах или просто ездить с коляской. Если бы вы знали, сколько кругов я здесь намотала, когда мальчики были маленькими. Развлекуха тут по полной, как видите. Кроме парка, здесь есть еще небольшая площадка. Но зато она классная. И вы знаете, такие площадки на самом деле очень дорогие, потому что у них должны быть все сертификаты безопасности и так далее, что дети ничего себе там не повредят. Это очень-очень дорогое удовольствие, хотя площадка может казаться самой простенькой. Даже качели с этим очень строго. Обедаем мы вне дома, потому что не хотим терять такую погоду, пока я приготовлю, уберусь. Дешевле будет съесть супчики где-то в городе. Ну, у кого супчики, а у кого что-то более конкретное, еще, блин, подают с майонезом. Вкусно ребенку. Видите, какой борщ. Просто одна вода, а у меня тыквенный суп. Ну, это Игнаша отдельно заказал себе яйцо. Ребенок хотел яичко. А вообще борщ подается, посмотрите, как. Вот просто он жидкий, как вода. Прикол, правда? Слушайте, вы меня пристыдили за мое красное ведро, в котором я постоянно что-то миксую, когда готовлю. И, вы знаете, я бы с удовольствием купила новое. Я понимаю, что оно выглядит так себе, просто обычное пластиковое ведро. Но ничего, такого удобного нет. Вот офигенная мисочка, например. Она даже не будет ездить по столу, потому что эта часть резиновая. Но мне нужно что-то повыше. И такого нет, честное слово. Я вообще шучу, мне на самом деле нормально живет с моим красным ведром. У нас полная идиллия, смотрите, какая удобная штука. Томик часто варит какао, и у нас эмалированная. И она начала трескаться и ржаветь внутри. Говорят, что нельзя использовать, а это тоже подходит для индукции. Сделаю ему презент. Ну а что? А здесь должна быть надпись. Дальше все было как в тумане. Как такое возможно? Я купила форму, и она в 4 раза дешевле, чем это. Это тоже сделано в Польше, тоже хендмейд. Или меня кто-то развел, или это просто сделано на какой-то другой, менее знаменитой фабрике. Кстати, спасибо за все то, что вы мне написали. Интересно было почитать. Очень крутые комментарии к последнему влогу. Вы видели такие свечи когда-то? Я впервые наблюдаю. Здесь 1, 2, 3, 6 фитилей. Это же прям как костер дома зажечь. Не знаю, насколько это безопасно. А вот это интересная вещь. Я видела такую свечу у одного блогера пару лет тому назад. Это тот же бренд Woodwick, который когда-то у меня был. И это он трещит, как настоящий костер. То есть вот создает реально ощущение того, что вы сидите у костра и жарите маршмеллоу или шашлыки, или что вы там любите жарить. А посмотрите, как здесь вот фитиль. Он зажигается, получается, как костер. Ощущение камина дома. Интересно.